В матче регулярного сезона «Барыс» будет принимать московская «Динамо». Игра пройдет на «Барыс-арене» 24 сентября. В этом видео мы расскажем наш прогноз на матч. Советуем вам подписаться на наш телеграм-канал по ссылке под видео, где выходят дополнительные прогнозики и экспрессы каждый день. Готовность «Барыса» к новому сезону вызывает большие вопросы, поскольку клуб из Казахстана идет на последнем месте в Восточной конференции. С начала регулярки Баррес смог победить всего лишь один раз, одолев на выезде автомобилист. В последних поединках у Барыса значительно выросло количество травмированных игроков, поэтому в игре против разбалансированного московского «Динамо» шансы на успех будут, но в ограниченном количестве. Проблемы московского «Динамо» продолжают тревожить поклонников этого клуба, поскольку их любимцы располагаются всего лишь на восьмом месте на Западе, а в большинстве последних матчей московское «Динамо» не смогло добыть победы. Но крайний поединок против Амура на выезде закончился викторией. Московская «Динамо» по-прежнему не испытывает недостатка в игровых ресурсах, поскольку все хоккеисты здоровы, поэтому в матче против Барыса можно знатно опростоволоситься, если не отнестись к своему сопернику серьезно. А в этом матче мы поставим на победу «Динамо» в основное время по КЭФу 1.59, а также вы можете найти экспресс с КЭФом выше 5 в нашем телеграм-канале.